В Свердловской области стартовал 4-дневный технологический шоурум «Иннопром-2018». С 9 по 12 июля свои достижения в области инновационных технологий продемонстрируют представители 100 с лишним стран. По данным организаторов выставки, на этой неделе здесь состоится более 160 деловых встреч. В свою очередь, Нижний Тагил на международной выставке будет представлен на стендах Уралвагонзавода, ЕвразНТМК, Торгово-промышленной палаты. Туристические инновации нашего города продемонстрируют на стенде комплекса «Гора Белая». Наша съемочная группа приступила к работе на основных площадках Иннопрома. Телеканал «Тагил ТВ» будет держать вас в курсе главных событий выставки.